Солнце, воздух, удочки и гитары. Что еще нужно для отличного отдыха на природе? Даже обещанные ливни обошли четвертую барт-рыбалку стороной. Воодушевленные хорошей погодой участники и участницы рыболовных соревнований поутру забросили удочки и стали ждать той самой заветной поклевки. Давайте посмотрим. Садок большой, рыбы соответствуют. Такой садок длинный нужен для того, чтобы поглубже заглубить рыбу, которая, ну, чтобы она не погибала там. То есть вот еще. Но все равно добыча. Да. Местная кормовая рыбка минимальных размеров. Демократичное правило соревнований допускали к участию рыбаков от мала до велика. Даже самые юные несли свою добычу на контрольное взвешивание. Плотву, бычков и окуня. 665 грамм. Уловом довольны, погода сопутствует. Хотелось бы, конечно, покрупнее рыбку, но чем, как говорится, что наловили, тем будем довольны. Особого ажиотажа на судейской площадке не было до тех пор, пока свою рыбку не принес участник соревнований Станислав Сущинский. Даже местный барсик, которого уже вдоволь наугощали уклейкой и бычками, не поверил такому кошачьему счастью. Я занимаюсь давно сомами, практикую уже лет 5 и рыбачу, только практикую сома. Ну и вот это не самая большая рыба у меня, было на 46 килограмм, на 37. Сом Станислава Сущинского потянул почти наполовину общего веса, пойманной на соревнованиях рыбы. Судьи даже не сомневались в том, кто победитель. В этот раз поймали почти 25 килограмм рыбы, а победил местный житель Сущинский Станислав, который поймал сома на 12 килограмм. Ну и какая же рыбалка да без ушицы. Организаторы праздника в этот раз замахнулись ни много ни мало на мировой рекорд по приготовлению ухи. Предыдущая уха была сварена в Вологде 3000 литров. Мы, как минимум, хотим сварить 3,5. Варили супер-уху несколько часов. В этом непростом процессе были задействованы даже грузчики. Чигиринскому шеф-повару такого блюда готовить еще не доводилось. Варил литров 40-50, такой еще нет. Здесь около 2,5 тонн воды и около тонны рыбы очищенной. Первая рыбка этого сезона. Самая вкусная, самая красивая, с горячей любовью приготовлена. Чигиринской ухи получилось больше, чем вологодской, на 300 литров. Мировой рекорд побит. Вот она, ушица из книги рекордов Гиннесса. Сегодня сварили на Чигиринском водохранилище. В этом чане 3300 литров. Ну, наверное, мы столько не съедим. Ну, если нам помогут. Хотя... Ухи сварили столько, что хватило на всех, причем попробовать ее мог любой желающий. Очень вкусно. Спасибо. Я думаю, что эта уха всем понравилась, в том числе и нам она. Мы уже второй раз как бы рыбку покушали, сейчас мы уже попробуем ухи. Оценим, да. Оценим. И я думаю, что это очень здоровая пища. И... как бы всем она пойдет. Мастера поработали, постарались. Праздник, мне кажется, удался. Праздник рыбалки – это уха. Этот мировой рекорд стал не единственным на четвертой барт-рыбалке. Свой собственный, но уже в гиревом спорте, обновил и могилевский силач Виталий Ситник. Предыдущий подбил, здорово побил. На 34 подъема. Еще одно спортивное мероприятие стало новинкой праздника. Открытый партнерский турнир по пляжному волейболу. От телерадиокомпании «Могилев» участие в нем приняли главный редактор «Радио Могилев» Нина Михнова и радиодиджей Василий Данилов. Проводили турнир по правилам профессионалов, чего не ожидал никто. К нештатным ситуациям нам в радиоэфире не привыкать, поэтому будем к новым правилам адаптироваться просто на ходу. А тем более у нас такая слаженная команда. А между тем кулинарное шоу продолжилось в рамках третьего открытого чемпионата Беларуси по приготовлению ухи. Творческая защита команд участников просто искрила юмором. Но, как говорится, не ухой единый. На барт-тропе могилевский скульптор Андрей Воробьев доделал барт-валун и посадил собственный каменный цветок, который и открывает тропу. Эта скульптура открывает еще и символичный
музей скульптуры под открытым небом, який паўстане тут, кожны год будзем дадаваць па адной альбо па дзве працы. І ну, год праз 10 сустрэнемся, убачым, што музей тут будзе напэўна. На бар рыбалки каждый мог найти себе занятие по вкусу. Например, для любителей легкого пара работали мобильные бани, даже такая, с сухим венечным массажем и фитотерапией. Непривычно, конечно, но весьма полезно для здоровья. Замечательно. Впервые я такое получил. Где-то уже с 78 года я сам в этой теме, будучи студентом, поехал в Москву, там всего набрался, туризм, бани. Но вот это вот впервые. То, что я услышал, попросил друзей. Коля, покажи, что это за оно. Улет. После такой лесной характеристики грех было не попробовать. Костя, если вы думаете, что баня должна быть 80 или 100 градусов, никто это сказал. Это неправильно. Это вот это неправда. Достаточно двух сухих пенников и цветов, которые растут совершенно рядом, и все. Ой, там еще вот пятка. Важно еще и то, что такая баня не требует больших вложений и средств. Достаточно повнимательнее посмотреть вокруг. Показано, что реально можно использовать в бане. Все, что вас окружает, если грамотно это использовать. Все, что вы здесь видите, я собрал на вашей территории вот с сегодняшним утром. Все здесь растет. Павильон Центра нетрадиционных методов оздоровления Сергея Капралова из Киева очередь стояла все время. И не случайно. Из-под умелых рук профессиональных массажистов подуставшие гости бар-рыбалки выходили как новенькие. И очень быстро в руках покатать. Быстрее, жестче. Жестче, еще быстрее. Теперь смотрим. Глазки начинают открываться, пошло разовение. Первый раз появилась улыбка. А он только что сказал, что я зашел сюда на секунду. Сотрудники центра быстро подружились с бардами и даже поэкспериментировали в рамках творческо-оздоровительного тандема. Они пришли и начали здесь играть. Ну и мы из добрых побуждений подошли и начали им делать массаж. И мы вошли в такой кураж, что они начали прямо сочинять здесь песни. Каждый раз организаторы бар-рыбалки придумывают что-нибудь новое и интересное для участников праздника. В этом году главный акцент на здоровый образ жизни. Мы также развиваем свою оздоровляющую составляющую, то есть активный отдых для всей семьи. У нас работали и в этом году и детские площадки работают, и батуты, и много детской продукции, потому что люди приезжают уже с семьями. И не только семьями. На бар-рыбалку приезжают целыми предприятиями, ведь именно такие мероприятия замечательно воспитывают корпоративный дух. Бар-рыбалка давно вышла за рамки ее первоначальной концепции. Слишком много людей и мероприятий, далеких от авторской песни. Но, как говорят сами барды, этот праздник совсем не портит. Скорее наоборот. Для того, чтобы привлечь внимание, да, к авторской песне, очень неплохо использовать различные методы, да, вот и там тропа здоровья, и уха, и все это интересно. И люди приходят на это и попутно слышат авторскую песню, слышат вот эту вот приставку «бард рыбалка». Но только все совсем иначе. Авторская песня и великолепные гитарные аккорды действительно каждый день звучали над Чигиринкой. А я не плачу, птицы не плачут, птицы не плачут, птицы поют. И конкурс авторской песни «Гитара по кругу». На нем не было творческих мастерских и специального жюри. Мэтры жанра оценивали начинающих бардов, просто послушав концерт в непринужденной и какой-то очень домашней обстановке. Фестиваль забавен еще тем, сама конкурсная программа бардов, что никто особо не напрягает. Сидите и слушайте. Ну, как бы нет, более-менее спокойный, вольный режим. Вот. Но все равно чувствуешь какую-то ответственность за будущее авторской песни. Победителем конкурса авторской песни «Гитара по кругу» стал бард из Санкт-Петербурга Кирилл Божев. Барды любят этот фестиваль и с удовольствием приезжают сюда снова и снова. Говорят, атмосфера здесь особая, и веселая, и одновременно умиротворяющая. Я приехал из Петербурга,
здесь уже второй раз. Вот, с огромным удовольствием, потому что это просто замечательная идея, на мой взгляд, и, в общем-то, уникальное мероприятие. Бываю на многих гитарных фестивалях, поскольку я классический гитарист, на многих бардовских фестивалях тоже, поскольку этим активно занимаюсь. Но, в общем, здесь, хочу сказать, у вас очень редкое, такое уникальное, сочетающее в себе разные таланты мероприятия. В празднике приняли участие более 2000 человек из 4 стран – Беларуси, России, Украины и Латвии. Его организаторы уверены, следующее – 5-я бард-рыбалка будет еще интереснее и больше.